что же, приступим к главному. И снова здравствуйте. И сегодня у нас классный сервал. Первый в списке Kimono Friends от ГСК. И она в старой коробочке еще. Давайте откроем. Ну, здесь обычный блистер, инструкция и необычный фон в коробке. Это не одноцветный, не двухцветный, а типа фон саванны. Прикольно выглядит. А сзади еще дополнительная пластиковая штучка, которая куда-то вставляется. Но это мы найдем чуть попозже, куда она вставляется. А пока откроем блистер. Не заклеим, так что нам больше не понадобится. Блин, что они стали просто заворачивать их? Раньше была такая тоненькая липкая бумажка, это фольга какая-то. О, каждое ушко отдельно упаковано. Прикольно. То есть они еще и двигаются. Прям как у настоящей котейки. Прической тоже бумажка. И под юбкой. Ну, она, кстати, сделана попроще, чем просто нянды. То есть, ну, тут нет шарнирных соединений. По-моему, нет. А, нет. Есть. Если вас весь сериал мучил этот вопрос, они белые. И классный хвостик. С полосочками. Так, что же у нас еще есть в комплекте? А в комплекте у нас помощник. Пара мордочек. Дополнительная ручка. Дополнительная ножка. Пара соединений. Кулачок показывающий, что все отлично. И крепление. С дополнительным шарниром. Ну, здесь обычная подставка с дырками. Ничего необычного такого нет. И это вот этот стенд, видимо, для крепления вот этой части. Да, это он. А на этом все. Бывайте. Подождите. Экстренное включение. Похоже, я забыл дополнительную часть, которая шла эксклюзивом в гудсмайловском магазине. Давайте посмотрим. Да, это она. Дополнительная ручка с жопари-булочкой. Какое милое. А вот теперь действительно все. Бывайте.